Вы купили в кафе пирожные за 90 рублей и кофе за 60. Бразильский кофе куплен за доллары. Значит, для его покупки Россия брала доллары у США. Но США дают доллары только в кредит. Платим примерно 10% от суммы сделки. Отнимаем накрутку кафе. Остаются 30 рублей. Таким образом, 3 рубля с каждой чашки кофе уходят в казну Америки. Пирожные сделаны из какао Республики Кот-д'Ивуар, бразильского шоколада, украинского сахара и муки, а также белорусских сливок. Украина и Белоруссия ведут бизнес исключительно на доллары. И значит, каждый ингредиент этого лакомства тоже становится предметом побора для дядюшки Сэма. Казалось бы, ничтожные суммы. Но смотрите, допустим, во всех кафе одного только Новосибирска в день выпивают 1 миллион кружек кофе. Итого 3 миллиона рублей капает в казну штатов ежедневно. Только за кофе в кофейных заведениях одного...